рамках проекта «Большой театр детям» прошла новая акция «Театральное утро для всей семьи». Большой театр Беларуси распахнул свои двери для детей и родителей для того, чтобы рассказать об уникальном и удивительном мире театра. Безусловно, мы решили присоединиться к тем самым празднованиям, которые сегодня проходят в нашей республике. Это День матери и День отца. И решили создать вот такое мероприятие уникальное, в которое может попасть вся семья. Она вся будет в него погружена. Это то самое мероприятие, которое предполагает не только рекламу театра, но в первую очередь оно направлено на просветительскую, абсолютно такую всеобъемлющую акцию, направленную на совершенствование человеческой души, на то, чтобы человек не только мог прийти в театр, а мог полюбить его как свой дом, как храм, как то самое место, где ему будет тепло, уютно и очень притягательно. На празднике дети создавали реквизит вместе с художниками, очутились в одной сказке с Василисой Премудрой и Кощеем Бессмертным, прошлись по красной дорожке, взяли автографы у звезд оперы и балета театра, а также познали мастерство гримера. Рассказывай, что ты сегодня видел? Я восхищу от этих мероприятий. Да, и что тебя так восхитило? Все. Рисовала. А что еще? Каких ты, может, сказочных персонажей тут видела? Я видела тут Барелину. И как тебе? Она красивая. Красивая? А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Не знаю. Не знаю. Барелина. Мне, к примеру, нравится, как играют музыканты, там играют очень красивое произведение, квартет этот. Больше всего мне нравится, как дядя играет. Очень слышно, музыкально и легко. Мне понравилась обстановка, тоже игра и все остальное. Нам тут нравится. Мы сначала порисовали, потом мы пришли вот сюда, и мы заинтересовались инструментами. Я видела кафе, мы там ели пирожное, картошку, пили чай, и еще мы взяли такую булочку и пироженка маленькая такое.